Você procura algum canal de gringa no Brasil? A mais engraçada do mundo? Achou! Agora preciso explicar em russo, que é isso? Всем привет, меня зовут Ольга и я живу в Бразилии. И совершенно несправедливо мы смотрим русские клипы, а бразильские игнорируем. Então, primeiro, eu não falo português. 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 Eu sabe algumas palavras. E pode ser na essa vídeo hoje eu vou falar às vezes em russo, porque essa é minha língua do caso. E agora eu vou ver alguma música brasileira que meus amigos recomendam pra mim. Desculpa, meu português, eu não falo, tá bom? Если я все видео буду говорить по-португальски, у меня поедет крыша, потому что это же бразильские клипы, как я выражу всю глубину своих эмоций? И поет это Леха, Леха. Леша. Я знаю, что бразильцы считают ха как ше. Леша. Пуск. Ну, мы уже со... О, как... Интересанче менена. Паре, у тенью пергунта, агора... Пауза, пауза, пауза. У тенью пергунта. Эла и менина? И менина? На Руси Лёха. А это чипу. У нас вот Лёха так выглядит, а не вот так. Это какая-то бразильская версия Лёхи. Я была уверена, что это мальчик. Eu pensei que es homem, porque Лёха. Então, vai, 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 vamos, 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 vamos. Muitas meninas. Да. Он же Данса с Дабун... Ааа, Ки Данса с Дабун, он же Данса с Дабун, да, Ки? Ты не то, сам Мининас, он же Умнис. Я хочу тудас, 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 бразилейрас. Эла чипо... Папампидупу? И Данса, Данса да бразилейра. Блин, одни женщины. Где мужчины? Возможно, если я не понимаю, как бы текст там об этом поется. Токи карнавал. Покито рапиду, тай пекина. Ай, о, господи, костюмас. Костюмас? Фантазиас, фантазиас. Это ультима ком бананас, но... Блин, ну вот эти банановые сережки я бы вообще не отказалась. Муйта калма! Муйта массив! Если бы мне сказали, что это бразильский клип, я бы не поверила, потому что, ну, вы знаете, бразильские клипы, я думала, что они такие поядрические, поядрические. Блин, это очень неплохо, знаете, кстати. Главный шок, конечно, что Леха вот так выглядит. Пары! Музыка, оу, пропаганда да пипока. Носа, сеньора! Это, блин, фейк-ньюс какой-то! 2 минуты... 10 секунд, я думала, что там будет песня, а это просто 2-минутный ролик рекламы попкорна! Muito desculpa que eu falo russo, porque eu esperei, esperal, muitas danças e muitas coisas, e muitas coisas aqui só, propaganda da pipoca. Ela é владелица dessa companhia do Yoki, Gnoki, e eles просто ей, ou eles só pagam pra ela. Que isso? Não entendo nada. Cada dia, algumas coisas novas que eu não entendo nesse país. E agora, mais uma coisa. Леша tem fábrica de pipoca? В России люди еще жалуются на product placement. Вот как надо. Просто 2 минуты поешь про попкорн. Ninguém me ninguém me segura. Очень жаль, что я не знаю, о чем эта песня. Надеюсь, хотя бы она не о попкорне. Menina canta bom. Ela é bom. Мне все понравилось. Музыка, кстати, нормальная. So, quero ver outras músicas sem propaganda. Se você tem no Brasil, por favor, deixa no comentários qual outra música eu posso
Saber. Agora para todo mundo, beijo no coração, увидимся в следующих видео. Пока-пока.